Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Пленов Плей, и мы сегодня поиграем в наши задержавшиеся субботние, сегодня уже воскресные колеса. Сегодня будут уровни, которые были загружены на этой неделе по самому большому количеству игр, просто потому что я могу это развернуть на весь экран и в хорошем качестве, собственно, записать, потому что уровни, которые предлагаете вы, приходится скопировать из файла, и полный экран там не получается, или получается, но приходится 700 тысяч раз после каждого уровня все это резать, обрезать, и это очень неудобно. Первый уровень сегодня называется 10 путей к смерти. Хорошо, давай попробуем хотя бы 10 путей к смерти. Ну вот это вот опять начинается. Ну, так это хороший уровень-то. Окей. Убей, чтобы выиграть. На, пожалуйста. Ой. Ну, бас. Я думал, это 100 раз опять придется переигрывать, потому что терпеть не могу уровни, которые начинаются по 700 секунд, чтобы потом, бляха, умереть на первой и третьей секунде. На-ка, домино ралли. Давай, поехали. Его, типа, убьет доминошкой. Я думал, они не такие тяжелые. В чем проблема? Невозможный прыжок. Да, действительно, такие прыжки хоть с первого раза делаешь. И иррациональный отец. Или что-то типа того. Эх! Криворукий батя, я бы так это назвал. Не нажимай на кнопку. Дед, не надо на кнопку нажимать. Я что это за хуйня? Дед, тебе же сказали, блядь, не нажимай на кнопки, но в конце концов, ну написано же, красные кнопки надо нажимать. Страшный лабиринт пранк. Ну давай. Вау, это очень тяжело. Да. Очень старенький. Очень старенький. Это кто? Тебя здесь не было, Дед Мороз, ты где? Так, метеор. Ну, метеор. Нихуя себе метеор. Ее убило крышей. Ну какой этот монитор, говорю, метеор-то в конце-то концов. Крыша проломала и убила. Так, Майнкрафт. Бриллианты! О, бля, дерьмо. Спайк фол фейл. Бляха, ну я б такой пролетел. По-любому. А, чуть-чуть. Я бы бесился. Ну, бляха, ну почти же. Паха... Какой-то фейл, короче говоря. Ой, и все, что ли? Охуенно. Спасибо за игру. Пожалуйста, без проблем, поехали в меню. Спасибо за игру. Поехали в меню. Уровень пиздат. Мы его прошли. Pogo Fight Black. Черная... блядь. Черная драка палками, судя по всему. Так, отлично. Ну, бляха, ну черная. Ой, тихо. Кто бы сомневался. Вот ты сомневался, я не грамм вообще. Вот, ни разу не было у меня сомнений о том, что эта херня сейчас попадет именно в лоб. Именно в голову. Именно куда-нибудь сюда, куда она не должна была попасть. Ать, отлично. Там был ДжБ. Здесь отец ДжБ. ДжБ это Джастин Бибер, если кто-то до сих пор не в курсе. Я очень долго не был в курсе этого дела, но оказалось, что это так. Вот это невозможно будет пройти, потому что как бы я ни прыгнул, я сейчас все время полечу в топор. Вот серьезно. Вот так я уже прыгать не буду, потому что я сейчас отрикошечу от стены и точно улечу в топор. Это 100%. Есть вариант как бы... Отлететь чуть-чуть. Нет, вот так не надо. Так не надо, чувак. Ой, бляха. Ну вот серьезно, ну как? Вот как с тобой справиться, дед? Как с тобой справиться, ебаный ты воин? Ну серьезно. А так вот. Вот так, серьезно. А по-другому никак ты с ними не справишься. Блять, зачем такое длинное начало в конце концов? Нахера такое длинное начало? И раз. Ебана сальтуха, блять, да ты трюкач-то такой. На! Опа. Отлично. Замечательно. Красота. Ну почему? Вот почему? Ну серьезно. Ну почему? Почему, сука? Он теперь еще и от яиц падает, понимаешь? Когда меч залетает ему в яйца, он тоже начинает умирать. Ну разве где такое видно вообще в конце концов? Опа. Шиби деда! Блях, опять ты дед, сука! Дед козел, бада, блядь! Баран ты, ну серьезно, ну в конце-то концов, ну как тебя пройти-то? На, сука, отлично, уже что-то новенькое пошло, уже не так, как в старости, точнее, не так, как... Вот, это признак успеха, медь в жопе, признак победы, это 100%, вот, вот, нет, 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 нет,
Драка? У меня щит из топора был. Чувак, отлепись, пожалуйста. Чувак, пожалуйста, отлепись. Чувак, ну ты мне не нужен. Блять, уже какая-то машина получается. Друган, у меня должна быть одна палка-прыгалка, а вот уже целая машина. Ну, хорош, чувак, отъебись от меня. Вот, отлично, один топор уже от нас отлетел. Хорошо осталось. Да, нет, он не отлетел. Ну, серьезно, мужик. Да, блядь, отъебись от меня. Извращенец, хватит нюхать мою жопу, чувак, серьезно. Ой, ну как же ж так-то? Вот это же вообще незаконно, это несерьезно. На-ка! Опа! Отлично! Вот тебе, сука, в жопу меч! За твоего батю-дебила, который ко мне пристал. Отлично! Тихо! Ай, хорошо-то как! Прям замечательно. Так, сейчас главное попасть вот на эту палочку и не прыгнуть к ним туда вниз. Потому что если прыгнешь вниз, не влезешь отсюда вообще, вот серьезно, никак. Их либо ломать, короче, а ломаются они и превращаются в кучу мяса. А из кучи мяса очень трудно выпрыгнуть. Вот все, это конец, это печаль. Отлично, нет, смотри-ка, все хорошо. Все прям заебись. Так, злой триплет, злой триплет. Ну не надо, ну девочка. Ай, спокойно, тихо. Девочки, в жопу меч, все замечательно. Король чего-то там, ты сегодня вот так умрешь, отлично. Да ну нет! Бляха, бобень! Это не я? Я думал, я лицом уже клюнул копье. Ну потому что как иначе-то? Ух, нихуя себе, я четко приземлился. Спокойно, чувак, это тебе яйца твои кончились. Остались без тебя, спокойно. Опа. Вот это хорошо. Bottle flip. Флип, подожди, флип. В смысле? Че такое? А, это этот, надо поставить бутылку, чтобы она, короче, встала на зад, правильно я понимаю? Отлично, отлично, но это не работает же, вот, отлично, смотри-ка, они не расшибаются, что ли, нихуя себе, на-ка, они вообще не разбиваются, прикинь, невозможно вон туда вон, ну как это невозможно, ну-ка подожди-ка, она должна именно встать, да, не, она не встанет так никогда, это нереально, ладно, в жизни там можно тренироваться, но появился очень много... появился очень много случайностей, которые просто не дадут встать этой бутылке нормально. Может быть, встанет одна из 100, почему бы нет? Она даже не долетает до сюда. Impossible, готов. Ну, в принципе, Never Landing Here, там можно еще назад попробовать закинуть. Ну-ка, и раз. Ага, это надо пониже, и раз. Ух ты, блядь, нихуя. Я одну-то поставил. Одна-то стоит, отлично. Что ты, бляха-муха, как так-то? И... Сука. Ну, ёбаный медведь, не получается. Да я хочу закинуть наверх, серьезно. Она наверх, в принципе, не долетит. Тут надо какой-то... Зачем две-то, чувак? Нахуя тебе две бутылки, объясни мне. Ну, в пизду тебя. Интересно. 3D Pogo Fight. Опять, блядь, опять. Ну, ты издеваешься, нет? Вот так замечательно все. Закончили на этом уровне. На рыбку просто полетел, короче, и закончили с этим. Был through neon. Давайте покидаемся шариками. Так, смерть, ничего, три шара, больше смерти, помощь, синие шары, проиграть, выиграть. Хорошо. Помощь. Спасибо. Сразу. Сразу. А что долго тянуть-то? А, это не все, что ли, блядь? Но зачем? Зачем растягивать этот уровень? Мы же прекрасно умеем все это делать с первого, со второго, с третьего раза. Никогда мы не делаем. Все время делаем с первого. Кидание шаров — это основа... Опять что ли? А что этот уровень? Говно. Согласен. Унуп, нуп, до сих пор нуп. Окей. Лучше. Автор самокритичен, между прочим. Весьма и весьма самокритичен. Очень самокритичный автор. Он назвал свой уровень говном. И, в принципе, пока что я с ним полностью согласен, потому что, ну, ничего выдающегося я тут не вижу. Это просто прыжки. Просто... Ой, а там прыжки с дырочками. Ты посмотри-ка, ни хрена себе. На туре прыжки с дырочками. А, ты посмотри-ка. Туда нельзя будет закинуться вон. Там шип, ну, естественно. Там шип, потому что если ты сядешь на этот шип, ты просто тупо, короче, начнешь стягиваться в него вниз и останется... Оп, спокойненько, вот и все. И останется шея отдельно от тела, а это плохо. Червяк, какой-то другой червяк, попрыгай вокруг, там написано. А здесь я не пролезу, подожди-ка, ну-ка вылези.
Вылезь, давай другой стороной пойдем. Вот, другой стороной попроще. Вот, 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 вот. И говорит, не, impossible. Представляешь, он говорит, попрыгай вокруг, чтобы немножко расслабить. Блять. А что это там такое? Что там такое? Спокойно, там что-то было. Тихо, тихо, там что-то есть. Красавчик! А то ебать. А это что такое? А, это финиш. Ну хорошо. На самом деле, не такое уж и говно, как автор сам заявляет, потому что был скрытый проход, какой-то маленький пролаз, пропрыг. Никто о нем не знал, никто его не видел. Там просто была небольшая такая, знаешь, наметинка, типа, давай-ка сюда, если что. Выберись или умри. Хорошо, давай. Я все, я выбрался. Окей. Замечательно. Это хорошие такие уровни, прям один за одним. The Joy of Creation, Horror Game, выживи 150 секунд или найти 7 медалей смерти. Очень сложно для найти, поверь мне. Ну хорошо. The Joy of Creation — это же игра, в которую мы играли. Так, а здесь можно что-то нажимать? А, нихрена себе, вот это поворот. А, энергия-то тратится, нихрена себе. А, инструкция, выживи 150 секунд. Хорошо. Эй, в смысле? Иди нахуй. Алло, вы чё, пацаны? А как, блядь, я его только увидел-то? Ну, я понял. Попробую оставаться... Хорошо. Главное слушать, с какого... С какой стороны они идут и нажимать, короче, этот, как его. Это что? Да-да-да. С этой стороны идет, хорошо. Иди нахуй сюда. Иди в жопу, чувак. С этой стороны теперь идет, я понял. Окей. Иди нахер тоже. Чувак, сваливай отсюда нахуй. Быстрее, чувак, сваливай. Сваливай, тебе говорят. Сваливай, сука! Не жри мою энергию, падла. Не жри мою энергию, спасибо. Иди ты, слышь, что нахуй-ка? Ты что делаешь-то, говно? Что так быстро бегает? Так нечестно, я же его выгнал. Дверь сама потом опустилась, это недоработка уровня, что за херня? Я что-то типа испугался. Почему ты упал, дружище? Что за херня? Ну хорошо, ладно. Это же игра, которая предназначена для того, чтобы внимательно слушать и вовремя закрывать. Другого здесь не дано. Чувак, проваливай нахер. Чувак, быстрее. Чувак, уходи, пожалуйста. Ага. Убежал. Он в прошлый раз, значит, ударился и пошел назад. Вот в чем проблема. Ну и чё? О, смотри-ка, уже сколько, 150? Не надо, дружище. Уже минутку я продержался, получается. То есть каждый квадратик — это 30 секунд. Нет, чувак, не надо. 30, 60, 90, 120, 150. Все правильно, да. А энергия-то идет? Бляха, время-то не идет энергия. Тихо. Нет, чувак, иди нахуй. Не, мы справляемся, смотри-ка. Не ебёт меня. Это падла меня отвлекает, вот она для чего нужна.
Этот хуепутало меня отвлекает. Он, короче, делает ложные эти звуки. От него немного получает. Иди нахуй. В принципе, можно уже оставить просто вот так вот двери закрытыми, и мы выиграем по-любому. Нет, нельзя так, подожди-ка. Ну кончась! Бляха, отлично. Подстава какая. Так, отлично, эту можно открыть. Я продержался даже больше. 150-23. Больше, чем планировалось. Отлично. Glass Brick Fix. Почему люди постоянно делают уровень под названием Glass Brick, а потом его чинят? Почему, блядь, нельзя сделать сразу рабочий уровень? В чем проблема? Убей его. Чувак, извиняйся. Так было нужно, дружище. Отлично. Заебдись. Это хорош, лучше. Ну давай, у нас сегодня уже который раз, который вызов какой-то. Лучше, лучше, хуже, хуже, лучше. Найс, хуже. Так, мышку, иди, пожалуйста, отвлекаешь людей. Я серьезно говорю, ты тут не нужна. Отлично. Главное разгоняться на заднем колесе, и так будет гораздо быстрее. Во, нормалек, смотри-ка. Сразу просто проломил к хуям все это дело. И опа, отличненько. Главное головой в стекло не въехать. Потому что въедешь головой в стекло, все, прощай. Считай, что уровень твой, короче, нужно перепроходить. Хорошо, давайте нормальный разгончик возьмем. Вот такой вот. А? Не ожидала? Кусок, сука, жирного стекла. Давай, и... На, тварь, отличненько. Делов-то. Почему? Вот зачем? Вот серьезно. Что здесь можно было чинить? Мне просто интересно. А, может быть, вот так вот? Отлично, ну я почти... Бляха, а прикинь, я бы начал тормозить. Я бы не сломал его нихера. Просто тормозить, как бы, обычно полезно в таких случаях. Мало ли куда-то улетишь. А здесь нихрена, смотри-ка. Что? Что здесь можно было чинить? Боттлфлип. Опять, блядь, боттлфлип. Ты издеваешься? Срущие люди. Я люблю цвета. Окей. Опа. Нихера себе. А чё в одно и то же место-то? Ой, блядь, она сломалась. Не работает флип. Бляха, это типа модно, что ли? Ну-ка. Так, жди камеру, хорошо. А, здесь что-то где-то можно нажать? Потому что, мало ли, где-то какая-то подстава есть. Я не понимаю, как закинуть на самый верх, на стул, потому что он тупо не долетит. Блять, и ведь не встает, смотри. Тихо, нас, разрали бутылку. Еще, да, блять. Да она не летит туда, ты издеваешься, что ли? Жди камеру, не буду я ничего ждать. Во, нормалек. Да она не встает туда никак. Вот ты, блядь, и все в одно и то же место. Как так-то? Что, блядь, за перекладка бутылок? Да ну хорош! Ну, блядь. Ну, блядь. Слышь, ты угораешь или я не понял? Алло, блядь. А где Маффан? Да, какой-то инструмент вообще нерабочий, судя по всему. Он неправильно работает вообще никак. Ты, блядь, ты хоть что-нибудь поставишь сегодня, нет? Нихуя. Вот это нормалек сейчас был. Нормально. Хорош. Нет, не надо. Мне две бутылки, я уже знаю эту ошибку. Да они не встают, они тупо как летят, так летят. Нихуя себе, бутербродик, блядь. Да не хотят они вставать вообще никак. И все, блядь, в одно и то же место. Ты посмотри, а. Да-да! Я почти это сделал. Ну, блядь. Давай последний раз. Хоть одна-то встанет бутылка куда-нибудь или нет? Да они не встают. Они просто, короче, кладутся одна за одной, и все. Блядь, ты, блядь. Здесь даже говорить ничего не нужно. Здесь не нужно ничего говорить. Это уровень. Какое донышко, когда есть горлышко. Ты понял? Вот тебе, блядь, челлендж-то на bottle flip. Вот тебе какой челленчуга-то, ёптая. Убей себя. Нет, нахуй. Я все красиво сделал. Убей себя, а попробуй себя убить. А в чем проблема-то? А, типа нельзя, что ли? Это как так?
Нихуя себе. Вот это поворот. Ну-ка. Да это сложно, нихрена себе в натуре. Ебать, чтобы в Happy Wheels было сложно себя убить, это что-то новенькое, серьезно. Ну, чувак, сломайся, ну. Хорош, как тебя убить-то, алло. А это чё? Убейся, тебе говорят, заебал. А, так можно было просто выпрыгнуть, ну действительно, делов-то. Этот уровень с подвохом, понимаешь, сразу ты не поймешь, выигрываешь ты или нет. А, о, только для ниндзя. Это для меня, окей. А, опа. Ух ты ж, блядь, а чего сразу не показали? Ах ты ж, блядь. Реально ниндзя какие-то должны здесь быть, спокойно. И... Ну вот тогда, блядь, как так сделать-то? Та-та-та-та-та-та. Тихо. Ай, блядь. Ай, сука. Я понял, короче, надо сначала, знаешь, как вот так вот, опа. Да ну нахуй, так не получается. Да ну хорош. Тихо, опа. Кто-то лоханулся. Кто-то мудак, спокойно, тихо. Сука, блядь. Я почти сделал все это. Бляха, вот первый сбивает, первый бы, короче, лохануть. Смотри-ка. Стреляй! Подскуда. Ну и чё? Это нереально. Ну конечно, даже серьезно тебе говорю. А, блядь. Стреляй, падла! Да ж такая, сука, предусмотрительная. Смотри, он заранее не стреляет нихера. Он знает, что заранее стрелять не надо заранее стрелять. Нахуя заранее стрелять? А кто его знает, блядь? Но я почти пропрыгиваю, хорошо. Давай вот сделаем вот так. И раз. О, блядь. Короче, надо лететь ровно низко, посередине. Чем серединнее ты летишь, тем больше шансов у тебя долететь до конца. Потому что если ты сильно вверх или сильно вниз, они быстрее до тебя долетают, чем положено, и поэтому ты умираешь. Поэтому, именно поэтому, бляха, надо ровно посередине прыгнуть. Как, сука, оценить для пятерки, для открытия? Я лучше просто посижу. Можно я просто отдохну? Так пиздато отдыхать, сидеть вот так вот. Эх, что-то я устал. Не, ну реально, сколько можно умирать? Ну, главный герой Happy Wheels тоже постоянно устает. Опа. Сука. Я хотел их наебать, пока они ничего не понимают. А их не наебешь, смотри как. Чуваки, эй, стреляй, сука, ир. Бляха, ты посмотри, а. Да ну как так-то? Ага, я понял. Надо, короче, упасть и вот так вот, знаешь, их, короче, лохануть. Давай. Давай, собака. Давай, смотри, я играю со смертью, чувак. А-а-а, блядь, доигрался. Потому что нельзя играть со смертью, спокойно. А, блядь. Тихо, я понял подъёбку вообще мировую. Смотри-ка, и... А, я хотел выпрыгнуть из этой хуйни, чтобы он долетел до конца, но так не получается. Да ну нахуй. Ага. Тихо, та-та-та, и... Тих. Да ну, блядь, как это так сделать-то? Я чё, блядь, не ниндзя, что ли? Чё за дела-то вообще? Ага. Спокойненько, не надо, тихо. Тихо, тихо. Ты ж бляха какая, смотри, вот. Серьезно, так нельзя. Да не долетишь до туда, блядь, никак. На! Сука, не долетает до туда, в принципе. Это запрещенная опция долететь до конца. Нельзя такой уровень пройти. Да, блядь, ты прыгнешь, нет? Ск. 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 Да, он, блядь, не, без контрола он не прыгает, а с контрола он прыгает слишком высоко.
не надо, не работает. Это турень сломанный. Нельзя, он лично даже чувак ржет в названии. Опять палки, блядь, опять пога-джампы. Нет, давайте без этого. А, харпун, вот, выберись от гарпуна. Отлично. И в чем проблема? Ну, Фери, вот здесь реально проблемы нет, потому что этот уровень рабочий, этот уровень нормальный. А добро пожаловать в Battle Run 4, пожалуйста, храни свой повтор. Заходи, смотри, и, пожалуйста, вот тебе повтор. Не, ну это слишком легко, это я уже приехал, я до конца доехал с первого раза. Ну зачем? Зачем так легко-то? А, Пондемил... Блять, Battle Flip... Нереально. Сегодня одни Battle Flip. Надо проходить каждый раз уровни, которые вот за неделю были предложены, чтобы быть постоянно в теме. На-ка. И... Опа. Не, ну я сегодня Battle Flip уделал просто все. А, так кто-то... О, смотри, кто-то уделал тоже меня. Тоже поставил на горлышко. Но я уделал-то первее по-любому. На, сука, никакого тебе горлышка, блядь. Ишь ты, понаставлял тут своих горлышков. На, чувак. А ты что недоступен-то? Так же нечестно. Смотри, дед стоит вообще и не живой нихуя. Я в него бутылками кидаю, говорю, на, дед, бухай. А он, блядь, стоит и не бухает. Ну как так можно-то? Бля, прям по чеклынке почти прилетело. Опа. Вот это Battle Flip. Вот нормальный. Опа. Я думаю, разговоры излишни. Epic Sword Through. Ну давайте покидаем с мечами. Так, а что так много-то? И что так неудобно сидишь-то? Мистер Жаков, какой-то гнущийся чувак. Давай сразу вот так вот всех, короче. Идеально, по-моему, сейчас было. Идеально. Просто... Да ты посмотри, что происходит, а. Просто идеально. Ну и последний остался. Нахуя мне столько мечей здесь нужно было? На, чувак. И дальше сел, короче. Он либо программист какой-то, либо школьник. Он либо за партой сидит, либо за компом. Смотри, вот серьезно, он просто покидал. Заебали вы меня, все уже, суки. И дальше, короче, работать. Вот так вот. Блин, не надо злить человека, который занят чем-то важным. Не надо. Он чем-то занимается. Он должен быть сосредоточен, внимателен. Не надо никаких лишних звуков, посторонних движений, каких-то еще чего-то. Не надо. Оно ему, человек, просто сидит и работает. Отъебитесь от человека. Сука, опять Battle Flip, ты угораешь? В чем разница-то? Легко. Ой, она что-то плохо работает. Она что-то не кидается вообще, на. Да ну нахуй, я сегодня бутылки на горлышко ставил, в чем проблема-то? Если бы она туда еще встала на горлышко, в принципе, можно было бы вообще Battle Flip больше никак в жизни не включать. Можно было просто заканчивать на этом. Ну, серьезно, на-ка. Ну, это изи, это, конечно, на-ка. Но это... Ты понял. Никакие бесты, гуды, ультимейты не сравнятся вот с этим. Не сравнятся. Это дырка размером с бутылку. Ты либо кидаешь... идеально параллельно вот этому вот дну, либо идеально перпендикулярно вот этим вот направляющим, и она аккуратненько входит туда. По-другому она туда не входит никак, вот, ну никак. Это тебе не хвост с горшком, а? Смотрел мультфильм? Проверка, проверка на возраст прям такая. А, давайте на последний посмотрим. Steel Diamond Hearts. Пиздец, бриллиант тяжело. Окей. А, бляха, это было. О, блядь, все, вот это было. Ни хрена себе, вот это мы сегодня начали. А что не стреляем-то? Алло. Эй. Ага. Хорошо. Я понял подставу там этих... Прям, блядь, в черепушку. Ты посмотри, прям в черепушку. Просто идеально ровно вошло в лоб. До свидания, я понял. Так, спокойненько. Ты ж, блядь, ну посмотри. Да... Ебаная загрузка. И вот так представляешь, вот так вот приходится всегда ждать. Вот зачем это надо, вот серьезно. Еще и мышкой надо тыкнуть, чтобы уровень заработал. Ты представляешь, нет?
Нахуй, нет, меня бы не так бесило его пройти много раз, сколько вот эта вот ебаная загрузка после каждого проигрыша. Зачем этот эффект подъема камеры? Нахуй он кому сдался, товарищ автор. Был through плюс очки. Зеленый бонус S1. Да, здесь тоже ждать надо, серьезно, что это угар. Ёп, что-то. Вот те раз. На-ка. Есть. Ну, блядь, нет. Ой. Ай. Что-то не... Нихера он кидает. Да ну попади куда-нибудь уже, ну. Отлично. Ха-ха. А, блядь. А, типа, нихера себе. Типа, нельзя разноцветными в разноцветные дырки попадать, что ли? Только в серые? Нихера себе, это сложно так-то, слышь. Это я так-то не дойду. Ты, бляха. Ой, тихо. Спокойно, тихо. Ой. Ну и похуй. Попал и похеру. Во! Да ну хорош перелетать-то. Да блять. А чё за помощь? А, окей. Давай еще раз. Блин, прикольно. Ни хрена себе. Короче, разноцветные нельзя. И это главное. Где красный бонус X10, на тут хуй докинешь. Отлично. О, блядь, закинул. Ну почему не в серые-то, ёпты? Бляха. Нормально. Отлично. Блядь. Красиво. Мимо, нахуй. Тоже не туда. Ты ж, бляха. Да ну. Собака ты. Да как это? Ёп твою. Ну, конечно. Я, по-моему, первый раз больше набрал, чем сейчас. Хотя я уже... Оп, отлично. Ай, хорошо. Да, тоже замечательно. Опа. Блять, ну да тут не докинешь. Ты ж, ёпты. Да как так-то? Ай, хорошо. Отлично. Так, и раз. Блять, просрал желтый ж... Сука! Прям напоследочек закинул, как следует. Вот это значит, прям матч на последней секунде, прям по-любому. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем здоровья, все ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.